В новогоднюю ночь власти Тараклеи подготовили для жителей и гостей города праздничную программу с Дедом Морозом и бесплатными аттракционами и подарками. Сюрпризом вечера стало выступление группы «Арабески» и певца Амирчика. Тараклея в новогоднюю ночь встречала гостей и жителей города праздничной иллюминацией, украшенной новогодней елкой и бесплатными аттракционами, на которые съехались и жители близлежащих населенных пунктов. После горок это очень легко ощутить. До самого утра новогоднее настроение, когда рядом с мамой салаты готовишь, тем более под музыку. У нас в селе, например, нет таких аттракционов, поэтому каждый год, когда власти стараются для детей, это приятно. И для и родителям, и детям. В воспоминаниях остается хоть что-то с Нового года. Снега чтобы нет, в Новый год получить хорошее ощущение, хорошее снега впечатление. Нет, но это настроение у тебя есть. На весь год все осталось. От Нового года люди всегда ждут, что хорошее. Человек всегда мечтает. Я думаю, что надеются на лучшее. Но помогает что... вот то, что антураж? Конечно. Окружение, конечно, помогает. Красота неописуемая. Для детей это вообще большая радость. Они довольны. Мы каждый вечер практически сюда приезжаем. По-моему, январь тоже весь будет здесь. Все, мы каждый вечер приезжаем сюда, стараемся. Я пришла с внучкой. На аттракционы. Вот только что вот она здесь катается на карусельках. Уже не первый год нам устраивает наш примар эти аттракционы бесплатно. Поэтому мы безумно ему благодарны за это. Специальным сюрпризом для гостей стало выступление группы «Арабески». Примар города Вячеслав Лупов пожелал всем успехов в следующем году, заверив, что местные власти сделают все возможное, чтобы в наступающем 2024 году жизнь тараклийцев стала еще лучше. Самое главное, что я хочу пожелать, я всегда желаю это за последние несколько лет, это самое главное – здоровье, мирное небо над головой. Тогда мы будем счастливы, и все у нас будет хорошо. В полночь в небо над Тараклеей запустили праздничный салют. С Новым годом! С новым счастьем! Для собравшихся на праздничном вечере выступил специальный гость – певец Амирчик. Зимний городок на центральной площади Тараклеи будет работать ежедневно до 14 января. Все аттракционы и развлечения в нем абсолютно бесплатны. Мы попытались выяснить, из каких средств оплачивается работа аттракционов и сколько стоил праздничный новогодний концерт. Однако примар Тараклеи Вячеслав Лупов не ответил на наши звонки. Ранее он заявлял, что привлекает к финансированию социальных и инфраструктурных проектов, в том числе средства спонсоров.